құрметті достар, Қазақстан футбол федерациясының музейіне қош келдіңіздер. Бұл музей Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Назарбаев Барменқұловтың бастамасымен құрылған болатын. Қазақстан футболының 110 жылдығына орай бұл музейде көптеген экспонаттар бар, көптеген жәдігерлер бар, көптеген қазақ футболына сай өзінің туындылары бар, шығармалары бар. В честь 75-летия, Тимона Сеймсвайда. Когда дядя Константинов приезжал к президенту СПА Казахстан, касается именно мини-библиотека, так скажем, мини-библиотека здесь. Как звукай? Здесь, да. Как дела? Хорошо. Что, фотографируемся? Есть. А? Давай. Нормально, нормально. Как на футбольное поле. Самородов хочешь? Ну, давайте. А? Ну, давайте. Где он? Нормально, все нормально. Слышь. Все хорошо. Давай, пока со мной, да? Давай, конечно. Я желаю нашей сборной Казахстана выиграть Сан-Марино и сыграть у Словении дома 1-2-0, чтобы выйти на Евро. Это будет исторический момент для нашей сборной. Желаю удачи. Желаю удачи выиграть Сан-Марино, чтобы вышли мы из сборной, Словению выиграли у них дома. И побед побольше. Ава, Казахстан. Удачи вам. В середину вставай. Пойдем, вот ты вытащи немножко. Богдан, тебе это от сборной Казахстана. Шарфик. И вот такой. Спасибо большое. Давай. Все будет хорошо. Ты молодец большой. Ты очень сильный. Давай. У меня вопрос один к вам. А, здесь, ребят, с легким торможением на каждый корпус. Сейчас через середину.
Да, Бегич. Да, Бег. Перебил дыхание. Полет, вылет, Бег. Да. Две руки. Пауза. Хорошо. Где? Хорошо. Где? Хорошо. Сильно не задвигайся, почти да. Надо задвигаться. Да, да, да.